И про плюшки не забудь, чтоб побольше в рот пихнуть. Супер. Я приветствую вас снова, дорогие мои друзья, на нашем кружочке театральном, само собой. Юный грибочек. Сегодня мы продолжаем путешествовать неэпичненько по странному и неизведанному замку. Да. Продолжаем, я сказал. Так, сейчас вспоминаем, как тут, что. Все, вот, пробел. Угу. Вспомнили и побежали. Мы ищем вход в шахты. Да. Окей, шахты так шахты. Ну откуда ж мне было знать, что вас здесь столько много? Все, умирай. Все, хорош. Хорош. Так, ты, ну давай, давай, скорее. Ну, блин. Ну, тебя я не ждал. И ты вниз, да? Вот какая молодец, какая замечательная, замечательная летучая мышка. Ты уйди! Ты уйди! Все, хорош. Чтоб вас всех! Ха! Спрыжка! В колено! Или... Или у летучих мышей нет колена? Да должно быть у вас колено! Идите сюда, иди. Иди, я тебе коленочки сейчас-то подрежу. Где ты? А! Ну! Ну чего ты? За колонну спрятал? Или за пол... Да, ну в общем, ну вас нафиг. Не буду с вами дружить. Где моя... Вот эта вот штука. Стрел, хорошо. Кстати, я не туда, по-моему, побежал. А ты где ж гадина-то такая? Сюда иди! На-ка тебе! Все жизни потом... Еще и крыло забыл. Давай сюда, крылья сюда. Они тебе больше не пригодятся. Да, вдруг там в почках чего-то интересного. Ладно, надо сбегать. Надо взять. Взять и взять. Ну, хоть стрела, а. Спасибо. Спасибо тебе, боченька. Так, тихо. Что такое? Что, увидел меня, да? Ух ты, какой молодец. Сейчас, подожди, я поменяю оружие. Нет, я уже не поменяю оружие. Ладно, сейчас. Давай, пуляй. Ну, давай. Заряди, Афанасий. На-ка тебе, на. Получай. По печени, по почкам. Все. То-то же. А здесь мы будем как настоящие ассасины. Вот, вот так вот, вот так вот, ребрышком под... Ой, здравствуйте, я ошибся дверью. А там мне как? Может попробовать искорки вот эти, давайте. А, что это было? Ау-ау-ау. Какие дурацкие искорки, это что вообще такое? Ну, давай по-мужски теперь. Че, мясники? Сзади, сзади. А в позвоночник не хотел? Хотел, да. О, как у вас тут страшно. Вообще, собственно, это что такое? Кухня. Боюсь, что меня здесь сейчас приготовят. А я туда... О, могу запрыгнуть, смотрите-ка. Оп. Нет, не могу. Оп. Все равно. Ну и фиг с вами. Может, вам посудку помыть? И вы меня не будете трогать? Я у вас дверь нашел. Что вы так остановились, странно? Что за романтическая встреча? Ну, давайте расходитесь там, эй. Сейчас одного сзади. Давай, давай, иди, иди. На-ка тебе! На, в печень, в почки, в голову! Это кто такие? Мы! Откуда мне было знать, что там еще и эти чудовища? Хорош вам уже, отстаньте от меня! Придется выпить. А ну, оздоровел, да. Ладно, меч возьмем.
Ты-то какого фига там еще делал? Паря, уходи отсюда. Ой, кажется, нас заметили, чувак. Здрасте. Промазал. Не умеешь лазать. Что-то же. А где этот, который исчезал? Отстань. Все, отстаньте от меня. Вот так тебе получила. Летучая мышь. Крыша! Моей мечты. Давай. О, наконец-то. Зелье силы огра. Ну, спасибо. Я что, по-вашему, на огра похож? Извращенцы. Тут у вас кто-то перемещался, я видел. Чего? Да ладно. Да хорош. Ну куда ты куда? Вот ты странная какая, а? Жажа. Батька, привет. На тебе. Я украл монету в бочке. Давай, мышенция, ну ты последняя здесь. Ну и нафиг тебе. Я... Ау. Да ну тебя. А, здравствуйте. Маленький пустой пузырек. Как мил. Сай, ты есть кто? Мое имя Заратул, темный рыцарь и верховный слуга великого Хернекона. А ты кто такой? Меня звать Зорок, великий шеф-повара. Короче говоря, ты здесь еду готовишь. И какое твое коронное блюдо? Котлетки из эльфов? Или, может быть, гномьи кишки в тараканьем соусе? Моя продавать рецепты для волшебные зелья. Чтобы купить рецепт, подойдите к Зороку и нажмите «Вот». Иди ко мне, мой. Иди я сейчас. Оп. Купить, конечно. А, давай рецепты. Рецепт слабого лечебного зелья. Да! Вы получили рецепт. Рецепты используются для создания зелий и эликсиров. Для начала вам нужно переписать рецепт в свою книгу рецептов. Для этого выберите рецепт и нажмите «Переписать в книгу рецептов». Окей. Okay. Спасибо. А у тебя есть пустые эти бутыльки? Мне же наверняка понадобится пустой бутылек. Ведь так? Ладно. Да. Так, что у нас, что у нас? Давай рецепт. Переписать. О, что я с ним такое делаю? Так, опа! Маленький пустой пузырек, крыло летучей мыши и красный порошок. Летучие мыши, я люблю вас. Встать. С кипящим котлом, да вы издеваетесь. Я вот он. Чтобы приготовить зелье или эликсир, вам понадобится кипящий котел. Когда вы находитесь рядом с котлом, найдите рецепт зелья, которое хотите приготовить в разделе рецепты игрового меню и выберите создать. Чтобы приготовить зелье, у вас должны быть все необходимые ингредиенты. Кроме того, понадобится пустой сосуд. Их довольно сложно найти, но вы можете использовать бутылочки из-под зелий, которые вы выпьете. Круто. Создать. О, да. О, да. О, еще давай. Я возьму это. Спасибо, мой друг. Спасибо тебе. Спасибо тебе, тролль ужасный, как бы ты себя там ни называл. Я не помню уже, я забыл. Итак, собственно, я искал шахту, но забыл ее найти. Но вот там вот у нас есть еще ход. Вот сейчас налево, вниз и вправо там мы не были. Там мы не были. Кто не были? О боже. А вдруг там мы были ужасный? Я хочу еще раз попробовать вот это, подождите. Вау. Вау. Какая ужасная искра.
По-моему, меня где-то надурили. Так, что у нас тут? Где? Я себя не вижу. Здесь нам понадобится булава. Ой. Отлично, здоровишко. Спасибо тебе на этом. Получи. И ты получи. И ты получи, как ни странно. А, не, все нормально. Так, все, бачули получили. Давайте ты тоже мне... Маленький сапфир. Маленький. Он настолько маленький, что... Что его величие не сравнится с его размером. Вот, я все думал, как сформировать-то эту мысль-то. Все, хорош, давай, погибай, штукенция летающая. Боченька. И боченька. Отлично. А сколько у меня вообще денег-то? Что-то мне... А, 22, вот, увидел все. Забыл, где мой карман. Это и есть шахты, друзья мои. Вот мы в них входим. Почему ты остановился? Блин, ты разве не видел, какие огромные камни валятся сверху? Меня тоже может раздавить в лепешку. Я не знаю, может, есть другой путь. Этот проход — единственный способ достичь шахты. Ну да, конечно. Даже не сомневаюсь, что ты мне сообщил о существовании менее опасного пути. Да. Ой. Так, в общем, раз. И падает вниз, да? А, окей. А, отлично. И как, что мне прикажете здесь делать? Ладно, побежали. Ой. Ой. Ой-ой-ой! Нет! Я так далеко забрел, я не могу здесь погибнуть. Я должен бежать! Прыгать, бежать! Да. Еще? Да ладно. Может, давайте не будем испытывать судьбу злодейку? Ау! Ай-ай! 80 хп! Я сейчас не понял, я продвигаюсь. Оу. Оу. Ладно, проще нажать Shift 0. Читер, читер, парень волосатый. Блин, три комнаты. Вперед. Что за издевательство? Вы за кого меня... Да за кого, в конце концов, меня держите? Дурацкие летучие мыши. Где мой меч? Хуя! На тебя! На! Все, я пошел. Так, господи, ну что ж вам всем не спится в эту ночь прекрасную? Может, хоть опыт получу? Оп! А, да, отлично, ты просто гений. Это великолепно, сударь. Давай, проходи. Давай дальше иди. Иди дальше. Дальше! Так не говори, что ты меня увидела. Ладно, иди я тебе так. На тебе, вот. И бороду твою отрежу вообще. Я боялся, что я умру. Мне вот за эти хоть штуки опыт дают? Ну, хоть 20 хп, это уже... Ну что? Побежали. Попытка нам бату, попытка нам бату, попытка нам бату. Тур-тур-ту-ту. Оп! Я волшебник, оп! Я прошел сквозь вас. Тихо. Второй камень меня просто убьет, поэтому я лучше выпью. Ой-ой. Ой-ой! Не, вот это вот прям очень неожиданно было и некрасиво с вашей стороны.
Быстрее, давай, 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 давай! Да! О, черт! Ха! Я справился, о господи! Я король ловкости! Выкуси, Заратул! Я все еще жив! Не-не-не-не-не-не-не! Дуракам везет. Постой! Что это за странные штуки на меня пялятся? Они похожи на парящие глаза. Скорее всего, они шпионы, посланные этим Харнаконом. Мне лучше снять их, пока они не подняли тревогу. Попробуй попасть по ним из лука. Чтобы прицеливаться издалека, нажмите Tab. Вы можете нацеливаться только на то, что находится в вашем поле зрения. Окей. Да блин, ну что ты... Да ну хорош стрелы тратить, ты чего, балбес? Так, следим за ловушками, следим под ноги, осторожнее, осторожнее. Ну ладно, выпьем еще одно зелье. Эти ворота. Кажется, я видел точно такие же недалеко от исцеляющего духа. Но, конечно же, этот проход набит монстрами и смертельно опасными ловушками, ведь мой уважаемый наставник и советник говорил, что к шахте нет безопасных путей. Чтобы открыть ворота, подойдите к ним и нажмите «Ввод». Когда они открыты, нажмите «Ввод» еще раз, чтобы войти. А, отлично. И куда он ведет? Я думаю, я знаю, куда. Попробуем побегать. Здесь, что тут у нас? Это должно быть шахта! Как говорил дух ключа, оракул находится где-то на вершине. Мне придется найти способ забраться наверх. Гляди, Заратул, здесь внизу что-то типа прохода, возможно он... Возможно он ведет к оракулу, но тут слишком далеко, я не допрыгну. Погоди-ка, эта веревка, перетянутая на ту сторону, здесь очень кстати. Посмотрим, смогу ли я за нее ухватиться. Сможешь ли? А ну-ка. Ну-ка, давай. Нажмите вверх, чтобы подпрыгнуть, когда вы будете в воздухе. Рядом с веревкой. Снова нажмите вверх, чтобы ухватиться. Вы также можете схватиться за веревки во время падения. Чтобы отпустить веревку, нажмите низ. Ну, ладно. Я, конечно, не уверен, что там внизу безопасно, и можно просто так вниз. И что там внизу? А вдруг ты Банусиара? Hello? Anybody here? Свиток мастерства ближнего боя. Че вообще свитки дают? Что вот это? И насколько? Это я как бы изучу заклинание или я... Я не знаю, давайте прочитаем. Так, это свиток же? Облако жара, которое понемногу наносит урон. А, да, она на время. А, я думал, это магия. Кольцо лучника. А у меня какое кольцо? При стрельбе из лука. У меня мечами. Я одно кольцо могу, что ли? У меня один палец? Нет, два! У меня два пальца! О, класс! Да я имба! Оу, yeah. Никто не сравнится с моей силой, когда на мне два кольца. Поехали. О, черт. А, не, нормально. Угу. Нет, я хочу наверх. Хотя, ладно. Сначала я хочу на низ. Или нет? Не, я не уверен. Ей-богу. Блин. Хотел два раза зацепиться, не получилось. Ой, у меня меч. Чувак спит. Сейчас мы его ищешь. А! Блин, нет! Стой, стой, у меня какая-то штука. Я убрал меч случайно. На тебе по голове. Сейчас отлетит у тебя. Level up. И что же мы... Что же... Ой, я не знаю. А я не туда залез. Окей.
F7? F8? То, что на мне надето. Ага, тут наоборот в основном кольца напяливать. Окей. Окей, юшки. F6, F5, F4. Ну и как мне повысить уровень? Вот это магия. Так. Так. Кинжал. Меч. Телосложение. Доспех. Ну и... ладно, лук. Да. И телосложение. Я не хочу два лука. Давайте жезл. Правда, толку от этого жезла? Ну, ладно. Это что за штука? Ой, это фонарь. Да на ту сторону забыл пробраться. В лифте не прыгать. Падение опасно для вашего здоровья. Спасибо. Отвернись. Подожди, сейчас я кинжал достану и отвернись. Да, все, молодец. Хороший мальчик. Как раз. Я думаю, эта пачка тебе не была нужна. Вы можете носить не более 8 колец одновременно. Хорошо, но... Кольцо меткости лучника снова. И... мастер ближнего боя. Здорово. У меня два мастера ближнего боя. Критическое попадание из лука плюс 4%. Конечно, снарядить. О чем речь? Так, и нам нужно... нам нужно дождаться лифта. Я не хочу вниз. Опа! Упс. О, змейка, привет. Подожди, у меня есть лук, я должен проверить. Вот. Получай. На-ка. Вот тебе. А, какая милая змейка. Я наверх. А-а-а-а-а! Давай, мне правее надо. Ого-го-го-го! Ж себе! Ого-го, ж себе! Ну-ка, молчать там, змеюка. Подколодная, давай! Все хорош стрелять стрелы, ты же, а зачем ты? Да-да. И где еще у нас? Так. И? А, и все? Ну что, по этому этажу побегать, наверное. Какие-то странные дядьки. Ой, смотри, один бежит, смотри. Бежит мой иди сладенький. А чё я до вас не достаю? Ну ладно. Я все равно мне вниз падать. Мне как бы все равно, что вы там смотрите, пялитесь на меня. Мне даже не стыдно. Так, где у нас кинжальчик? Кавабанга! Стой, остановись, подожди! Давай! Боевая булава. Ребята, это успех. С боевой булавой я способен на все. Ну, кроме того, что... ничего. И, собственно, я прошу прощения, но как мне залезть наверх? Ребята, поднимите меня наверх. Чё жадненько? Я не знаю, это сверху надо будет все делать, да? Упс! Ну, нет! Ого, не прыгает. Ах ты гад! Ах ты ж... ух ты ж, ёж, матрёш, ну что ж вы мои зелья-то собираете? Я ж откуда знал, что вы так умеете? Это было нечестно. Вот тебе за это по почкам. Или что у тебя там вместо них? Уп! Блин, сплошные тролляляки всякие бродят.
Что, запрыгнешь, что ли? Ну, давай биться с тобой, что ли. Глазки тебе выковырю. А вот нечего было. Ага, я сюда как бы заходил уже. Но не дошел до вас, ребятушки мои. Ребятюнички. Родимые. Но вы единственная у меня родня, я смотрю, пока здесь. Отвернись. Нет, я стесняюсь. Не стесняюсь подходить сзади, когда ты смотришь на меня. Ну что, еще где-то фонарь? Да! Монетка. Молоток раздолбан в хлам. Наверняка он долго верой и правдой служил кому-нибудь... какому-нибудь кузнецу. Чего? Подожди. Я сейчас не понял немножко. Где моя... Это моя булава. Пятый уровень навыка булавы. Окей. Угу, мне нужен ключ. Без ключа и жизни-то. Ну, уже не знаю. Может, наверх? Ой, извините. Может, наверх съездить? Да, может съездить наверх, поехал ниже. Я просто поражен своей гениальностью. Что тебе, 3 стрелы мало? Давай сюда свой язык. Ого. А, окей, там маленькая девочка. Стой, коляска, нет! О! О, я не умер. Да не пиликай там, дурацкий пейджер. Я в курсе, что я при смерти. А, отравление. Ну, что ж. Придется умереть, видимо. Муравьи. Эй, ну хорош там отравление. Как не хотелось мне тратить свое зелье, но придется. Я-то надеялся, что... отравление не убивает. Так, это я откуда-то... Ага. Ага. Какие большие шахты, однако же. Да ладно, не беги только за мной сюда жно. Сейчас я тебя там зарублю. Сзаду подошел. Я просто. Молодец. Хоп. Поехали наверх еще съездим, поглядим, чего там. Вдруг там действительно оракул. Упс, чуть не упал. Ну не надо же, ну так что ж ты делаешь? Ирод. Да ты там стой, я с тобой вообще разговаривать не буду. Привет. Подожди, сейчас я зажгу. Нам теперь так светлее, правда? Говори. Добрый день, вы случайно не великий оракул? Времени много прошло с тех пор, как незнакомца видел я здесь. Ваше лицо кажется мне знакомым. Конечно, вы Йода. Путать меня с кем-то другим, ты странник. Крун хорошая. Простите, я просто принял вас за великого мастера из моего мира. Ну, не кстати, совсем из моего мира, а из мира, который находится в одной далекой-далекой галактике. Странные слова твои тоже. Ищешь оракула великого, зачем ты? Вопросы какие ответов хотят? Видите ли, я не знаю, для чего я в этом замке. Я имею в виду,
то, что я не знаю, что я должен сделать, потому что в моих галлюцинациях не было таверны, в которой парень с большим капюшоном давал бы мне задание. Галлюцинация? Думаешь, тебе кажется это все? Ну, конечно, я сидел и играл в ролевую игру со своими друзьями. Вдруг остался здесь, в этом замке, эти дебилы подсыпали какую-то дурь в мое пиво. Странная история твоя, странник. Но задачу твою знаю я. Правда? И что это? Что же я должен сделать? С трудом говорить могу я. Сушит горло пыль мне с палок древних. Убраться бы надо. Что? Протереть твои полки от пыли? Я что, похож на уборщицу? Кроме того, за услугу несколько монет в обмен я попросить. Дашь мне монеты, если миссию твою открою тебе? Черт, он хочет еще и за... чтобы я еще и заплатил. Чертов скряга. Не очень-то это эпично. Нео вон ничего не платил, ничего не подтирал, когда пришел к Оракулу. Там ему еще и печенек дали. Да он просто жулик. Он хочет тебя обмануть. Я надеюсь, что ты не настолько глуп, чтобы поверить этому проходимцу. Если ты хочешь продолжить разговор, уберись на полках и достань 30 монет. Если же думаешь, что это обман, ты можешь отказаться от этого задания в разделе «Задание игрового меню». Что ж. Итак, друзья мои дорогие, сейчас я запилю видео на YouTube, а проголосовать вы сможете, либо кликнув... На чем кликнув-то? А, да, точно, я создам два комментария, который комментарий наберет больше голосов. То есть давать мастеру Йоде 30 монет и протираться на полках, либо же зажмотить их и не знаю, что с ним сделать. Так что вот. Да, еще с голосование во ВКонтакте нашей в группе запилю. Да. Ссылки можете найти ниже. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой гриб вверх. И, собственно, комментируйте. Не будьте безучастны в судьбе стримов и видео. Да, я просто соображал. Ну и, собственно, любви, добра, тепла вам, друзья мои. Всем целую, всем пока.